Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас Джексон Ван и композиция Come Alive. Все ссылки на экране, подпишитесь, это очень поможет каналу, а ваши лайки, подписки, колокольчики и комментарии мотивируют работать дальше. Кстати, визуально это напоминает смесь предыдущей его композиции, не помню, как она называлась, уже давно это было, там, где был некий апокалипсис и женщина какая-то была, и композицию Blow, там, где все в таком а-ля карнавальных таких цирковых костюмах, около театральных танцевали, плясали и предавались первому разврату и третьему, в общем, дальше. I hear you calling my name. I want it. You're the match and the flame, oxygen in the brain. I want you. Сразу отмечу, отличный бас, прекрасный, живой, густой, большой, жирный, просто, я бы сказал, ультра. Но при этом не мешает вокалу. А Джексон, кстати, учитывая, что он вообще-то в GOT7 в роли рэпера всегда был, могу сказать, что его вокал с каждой песней становится все лучше и лучше. Хотя он не очень широкий по диапазону, но, скажем так, тембр у него крайне-крайне приятный. Ну и все вот эти шумовые эффекты тоже, которые у нас по стерео раскиданы, плюс еще гитарка там была, ну прямо все, что я люблю. Про барабаны чуть-чуть позже. Есть такой налет немножко винтажной музыки. Я не могу вспомнить, какую группу мне очень сильно напоминает, но нет, не могу. Ну, не Depeche Mode, но что-то, ну, возможно, даже есть что-то от них. Очень классный звук, вот фузовый по краям у нас идет. И у него вот эти высокие фальцетные ноты прям... О, барабаны, барабаны, про них чуть-чуть попозже. Кстати, мне его танцы сейчас очень напомнили Майкла Джексона. Ну, это хорошо. Хотя, опять же, на программе этой всезнающие братья его уже стебали. А, Джексон, как Майкл Джексон, пара-пара-пам, птыщ. Вот. Но, слушайте, очень бодро звучит. I need you around, got my head in a cloud, come over. It's a quarter past two. I'm staying up for you just to hold you. Гитара с хорусом, и не могу вспомнить, какой, скорее всего, это у нас пленочный дилей, возможно. Но опять же, это уже слегка подгруженное, такое, знаете, все немножко рыхлое местами, такое сипящее, шипящее, то есть
Ну, очень хорошо сочетается с клипом, где все тут раздолбанное, такое побитое, грязное и немножко театральное. В самый раз. Барабаны, я обещал про них сказать. Следующий. Ладно, хорошо, сейчас. Мне нравится, они достаточно сухие и при этом слегка подгруженные. Ну, опять же говорю, тут, по-моему, нет ни одного звука, который не искажен хоть немножко. Да, Джексон, я помню, что твой альбом называется Magic Man. Хорошо, это 20 раз уже показали, это уже даже начинает становиться смешным. Но видеоряд и музыка, экспрессия, драма, вот эти крайние эмоции, манерность, вот это вот немножко театральности, это прямо в меня попадает на 100%. По поводу звучания подобного плана аранжировки мне нравится. В конце у нас грязные синты прям вообще вылезли в лицо, настолько они были высушены без вообще пространства, что они прямо подъехали к нам. Мне очень нравится такой вот дерзкий, резкий, немного небрежный звук, но, опять же, очень профессионально сделанный. То есть это, скажем так, знаете, как лакшери-грязь, можно так сказать. Как, не знаю, от лучших модных домов горсточка грязи, даже не целая куча грязи и всякого ржавого металла, рваных тряпок, и все это очень эстетично. Я говорю, класс. Хорошо, что я, опять же, не слушаю почти альбомы, потому что берегу все свое первое впечатление для того, чтобы посмотреть клипы. Чаще всего клипы почти на каждую композицию выходят, поэтому я говорю этой песне «Welcome to the club, buddy», а вам говорю, смотрите на список бустеров. Дамы и господа, мы большое спасибо за то, что продолжаете поддерживать все мои каналы. Если вы хотите стать одним из вот этих прекрасных человеков, тут вот есть реклама, там все ссылки, милости прошу, ранний доступ, дополнительный контент, любой каприз за ваши деньги. Также у нас есть канал с кей-поп новостями MP Reviews, канал со стримами MP Live и телеграм-канал ХХ-локация. На удивление отмечу, что канал Максим Песков старый, который я вроде как бросил, почему-то начинает свисти и пахнуть, и там начинает набирать популярность видос, где я обозревал мангу. Кто знает, может быть, это станет толчком для того, чтобы остатки сна потратить на чтение манги и ее обзоры. В любом случае, Джексон Ван, Come Alive, Magic Man альбом, мы все поняли, Джексон. С вами был я, спасибо за компанию, до новых встреч, пока.